такие резкие перепады у нас в любом случае отражаться на гормональной системе. Может начать тормозить щитовидная железа, может быть около гипотиреозной истории. А если щитовидная железа подтормаживает, то тормозится обменные процессы. Анаболизм притормаживает, катаболизм будет прогрессировать, раст в разрушении. На фоне этого всего, это опять же стресс, может подрасти и пролактин, который заблокирует работу, например, тестостерона. Опять же, анаболизм снижается. Там же может вырасти эстрадиол. В итоге вместо похудения ты отекший, без мышц, с жиром, и ничего у тебя не работает. Такие резкие перепады у нас в любом случае отражаются на гормональной системе. Может начать тормозить щитовидная железа.